Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня покажу мод Factorization 4.6 для Minecraft Pocket Edition. Ну, всем уже не секрет, что этот мод уже давно вышел, и здесь исправили, так сказать, много разных багов, добавили новых вещей и добавили поддержку нового Майнкрафта. Но здесь, как видите, у меня построен такой механизм, который позволяет нам перемещать вещи из одного блока в другой. Вот по этим, так сказать, синим трубам. Но это у нас новое дерево, которое добавляется в Майнкрафт. Это у нас новые руды. Я не знаю, почему. Вот наверху у рудов такой баг. Это может баг, может специально сделано. Эта у нас штучка позволяет скапливать туда энергию, так сказать, заряжать разные предметы. А это у нас уже атомная бомба, опасная штучка, которую мы сможем заряжать при помощи батарейки. Это у нас маркер. Это у нас новый блок, кстати. Рыболовная сеть. С помощью нее мы сможем ловить рыбу. И также новый блок. Это у нас укрепленное стекло. Я не знаю, может быть, оно и крепче обычного, но я еще не проверял. Так, ну теперь приступим к новым, так сказать, оружиям или вещам. Ну, первая пушка — это у нас делает, так сказать, бетон. Ну, это уже было давно. Это у нас, так, да, вот говорю, распределитель бетона, это наша шахтерская пушка, которая делает нам, так сказать, пещеры. Может быть, пещеры можно сделать и больше, но в плоском мире я мог сделать только вот такую. Вторая вещь — это у нас поводок. Для этого нам понадобится любой моб. Тапаем им по мобу, и все. И теперь у нас... Теперь он будет ходить за нами. Чтобы нам, так сказать, открепить его от поводка, нам придется всего лишь переключиться на другую вещь. А вторая вещь — это уже у нас будет нефть. Она также разливается, как вода. Но, к сожалению, это сейчас... Почему-то мы не можем закрыть, так сказать, рудник этой нефти. Ну, я не знаю, наверное, баг все-таки. Раньше мы могли сделать. Также новый меч, нано-сабля, который убивает с первого удара. Это очень сильный меч. Что же еще можно сказать? Добавили еще новых вещей. Ну, наверное, так сказать, опять всем не секрет, что гаечный ключ активирует все другие вещи. Без него, так сказать, не работает ни одна вещь. Вот. Дальше нам добавили, так сказать, капсулу, в которую помещены, так сказать, некоторые вещи. Вот. Что ж, вот несколько капель. Ой, капсул, точнее. Ну и, в общем, все. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.